При поливе грядок из шланга я использую вот такую насадку-распылитель. Использовать ее очень удобно. Вот так выглядит эта насадка-распылитель. Она распыляет достаточно неплохо струю воды. С обратной стороны у нее сделана на конус, можно сказать, что, то есть для разных шлангов она подходит. Всем хороша, но есть один недостаток. Со временем такая насадка непременно выходит из строя. В основном у нее портится часть, которая распыляет. Что в этом случае делать? В этом случае торопиться выбрасывать эту насадку не следует. Можно ее использовать еще для других целей. Что я делаю? Из нее получается неплохой соединитель для шлангов. Ну, с одной стороны все понятно, где вот этот конус специальный. А с другой стороны, вот сюда можно вставлять шланг даже большего диаметра. И при небольшом давлении очень хорошо можно использовать как соединение шлангов. Вот такая вторая жизнь вот этой насадки распылителя.